Скажите и, главное, покажите, как вы каждое утро свое тело наполняете здоровьем. Аскорбинку кушаю. Сколько в день? Одну. Одну? Мне кажется, мало. Мама запрещает больше. Почему? Для здоровья плохо. Да? А может быть, какие-то вы гимнастику какую-нибудь делаете? Бегаю по утрам. Можете показать, как хотя бы? Всегда приятно смотреть на атлетически сложенных мужчин. Не надо. Как не надо? Юля за меня покажет. Ну, Юля-то не атлетически сложенный мужчина. Что вы сразу на женщин переваливаете всю ответственность? Покажите, как вот вы... Кстати, как главное дышать надо, когда вот бежать начинаешь? Ровно. Вверх, вниз. Все? Ну, да. Хорошо, наклоны вперед-назад будем делать? Нет. Может, будем. Может, вы? Ну, я-то что, я их каждое утро делаю, а вот делаете ли вы их, я не знаю. Давай, Юль, присоединяемся. Давай, вверх. Давай. Приседать? Давайте приседать. Давайте, покажите только как. Раз, два. Все, хватит. Все? Для того, чтобы иметь такие стройные ноги, надо два раза только присесть? Не знаю, я ничего про эту молодежь не знаю. Какие у вас есть свои собственные рецепты здоровья? Покажите, как именно вы соблюдаете здоровье. Вообще, я занимаюсь йогой, и каждое утро я делаю приветствие солнца, но в этих условиях я не смогу вам показать это приветствие. Ну, чуть-чуть-то поприветствуйте. Там прям комплекс упражнений, которые выполняются. Ну, многие это знают, многие, я думаю, делают. Давайте, научите, вот. Я не умею. Нет, я на самом деле реально не смогу здесь показать. Нужен коврик, нужно все выполнять на 100%. Ибо получится плохой результат. Поэтому занимайтесь йогой, растяжками. Нет, это отмазка, Амалия. Нет, ну что вы там не можете сделать? Или что вы там делаете? Ом – это самый первый звук, который произошел в мире очень-очень давно. Вот, и, в общем... Так, давайте, показывайте. Что, надо вставать на одну ногу? Давайте. Так, встаем. Вот так вот. Так. Назад. Ну, я уж старенькая, давайте вы. Так. Сумка прибомбилась. Удивительная девушка, я же ей даже не платила за это. Амалия, ну я переживать начинаю. И это приветствие солнышко было? Да, такая демо-версия. Чуть-чуть не очень получилось, но вот... Вы бы видели сейчас этот прогиб, вы видели бы вот... Нет, покажи, Максим, покажи вот этих вот людей. И это все, понимаешь, Амалия говорит, ну это я так, чуть-чуть. Собака, кобра, поза ребенка, ну и так далее, в общем. И будешь здоров? Да, и будете здоровы 100%. Класс.